будет такой еще теперь. Выберите напиток. Вот основной пример выбрал. 13.20. Ну, как ее внести-то? Я что, долго тут? Кредит 200. Что такое? Кстати, пока разберешься. А на море тихо. Сегодня ветер южный. Народ тусуется. Жгут костры с мусором. Дурак с гармошкой, с этими кофе пустыми. Еще долила на эту на сидушку немножко. Докатировала. Так, а мы идем, где Алена? Вот Алена, видишь, какая деловая. Прям сюда подъехала. Напомнила лето, лето напоминает. Лето. А мало этот Юра, да, Юра был? А? Мало Юра звали? Да, да, что он? Уволил. Да? Это помните наше произведение искусства? Че ты не созванивал? Ветер дует оттуда, с той стороны. И все. Я вот такая причесанная. Ну, сегодня на пляже повеселей. Тепло на улице сегодня, градусов 17. И великолепное море. Великолепное черное море. И сюда до конца пляжа дошла очередь. Вот сжигают мусор. Что, ребята, порядок будет везде. Там до солнца. Солнце уже ближе к закату. И знаете, вот чем у меня сейчас не получается снимать каждый день. Чем реже снимаешь, тем навык теряется. Что-то нашла, несет. Тип бобик какой. Ребята, и кто-то, а вот еще один какой. О, ох, о, красивый. Красавчик какой. Лохматый. Прям шуба. Шуба.
Так что надо или снимать, или не снимать. Вот в чем вопрос. Аленка наводит порядки. Потому что уже здесь. Кто занимается арендой пляжа, уже видела. Ищут новых арендаторов. Ой, я на себя, кажется, направила. В общем, вот так вот. Теперь здесь подписчикам меня не найти. Этого ролета. Ну и она будет. Она в том году даже искупаться-то ей было некогда. Потому что отлучиться лишний раз нельзя. Ну, знаете, сколько осталось продукции у нее? Мне еще успевать снимать. И вы понимаете, что вот это молоко ничего не сделалось. Да. Сейчас нам презентуют пару-тройку коробочек. Вот такую палочку. Я же все пытаюсь распеваться, чтобы у меня голос был. Такое упражнение нашла. Фу. В общем, сейчас взяла домой, буду тренироваться. Сегодня же стрим. Певческий. Пойдешь ко мне песни петь? Не знаю. Фу. Фу. Ну, уже все. Ребята, пахнет летом. Пахнет сезоном. Сезоном. Диафрагму надо разрабатывать. Я уже 100 лет же не пела. Ой, как красиво. Ой, как красиво. При солнышке тепло, при матери добро, да? У меня плафоны разбитые. Ау! Видите? Плафончики новые ставят. Что подержать?